Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Дубинская, я работаю начальником общественных связей в одном из самых прекрасных музеев – Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Постоянная экспозиция нашего музея насчитывает сотни уникальных экспонатов. Чтобы ее спокойно и вдумчиво обойти, вам потребуется не один день. А сейчас мы с вами находимся на третьем этаже постоянной экспозиции в зале деревянной скульптуры. Это особый, малоизвестный широкой публике вид русского церковного искусства. А вот один из самых моих любимых экспонатов – скульптура Николы Можайского. Это скульптура 17 века. К нам в музей она попала в результате экспедиции в Архангельскую область в 1970 году. Вообще, древнерусская скульптура пришла к нам из Византии. Как она создавалась? Ее вырезали из дерева, покрывали лефкасом и расписывали темперными красками по аналогии с иконами. В отличие от западноевропейской скульптуры Средневековья, наши рельефы предназначались для моления. Они часто стояли в храмах в специальных киотах. И даже по документации того времени они проходили как иконы. Иногда их еще называли иконы на резине. Святой Николай был и остается самым почитаемым святым на Руси. Недаром его называли Никола Ратный, защитник русских городов. Дерево для хранения вообще не самый лучший материал. И вы видите, что у этой скульптуры утрачены ступни, атрибуции в руках и нимб над головой. Для того, чтобы дерево сохранилось, не рассыхалось, я вам сейчас открою маленький секрет. Конкретно у этой скульптуры вот тыльная сторона выбита по аналогии лодочки. Она полая. Для чего это еще нужно было? Такие скульптуры... Такие образы часто участвовали в крестных ходах. И чтобы легче было нести, вот таким образом ее облегчали. Несмотря на кажущуюся простоту, обратите внимание, эта скульптура поражает своей образностью. Посмотрите, как у нее детально вырезаны уши. Они даже немного увеличены. Святой Николай смотрит и внимает нашим просьбам, молитвам. Когда у меня бывает плохое настроение, я прихожу сюда и мысленно с ним беседую. И выхожу, получив облегчение. Когда закончится карантин, я вас всех приглашаю в гости к нам, и вы сможете познакомиться не только с деревянной скульптурой, но и с другими шедеврами древнерусского искусства. Thank you.